Мы рады приветствовать вас в марте. Возможно, вы знаете наше кафе как место проведения художественных выставок. Возможно, вы бывали у нас на концерте. А может быть, вы просто собираетесь в музей современного искусства и захотите после этого зайти к нам. В любом случае, вам наверняка будет интересно узнать, о чем наш проект. Под одной крышей марта собраны кафе, винный рынок, выставочная площадка, музыкальный клуб и оранжерея. Само кафе состоит из трех залов – полутемного бара, выставочного зала и зала со сводами и пианино. Отдельного внимания заслуживает оранжерея – большая крытая веранда во дворе Музея современного искусства. Именно тут проходят концерты, детские праздники, литературные презентации и другие события. Если вы зайдете в кафе с тропки, то пойдете на винный рынок, где вы можете купить домой вина лучших производителей Европы и Нового Света. В марте собрана традиционная грузинская и французская кухня, которыми руководит бренд-шеф Карлос Романи. Есть такое понятие, как «novel cuisine» – «новая кухня». Это кухня отличная от старой классической. Более легкая, без избытка жиров и сливок, деликатная. Новую французскую кухню мы основываем на принципе сезонного меню с преобладающими свежими продуктами. Конечно, мы берем за основу классические рецепты, но используем новые техники приготовления. В результате вкусная, элегантная и, главное, понятная кухня.